Всем огромный привет! Хотела сказать, это Сималэнд. Нет, это Rich Family, город Екатеринбург. Мы находимся в ТРЦ Глобус. И сегодня, сейчас, именно в этом видео рассматриваем пока что игрушки ручной работы. И это стекло. 160 рублей за шар. Ручная работа, которая отличается от этих всех пластиковых. Подождите, а точно это стекло? Очень уж легкий, да, очень. Написано, что стекло, но состав нигде не написано, то, что да? Смотрел. Как-то вообще сомнительно, то, что до этого, когда мы смотрели, они все равно потяжелее были. И цена 210 рублей. Кстати, да, это год быка наступающий. 210, 160. Ну, как-то вот, как-то сомнительно. Удивительно, что состав не написан вообще нигде. А давай вот этот посмотрим, 240 рублей. Вот, может быть, написан. Вот тут так. Тоже легкий, он вообще невесомый, пушинка. 220, бутчок. Материал стекло. Может, какое-нибудь пластмассовое стекло? Да, из стекла в упаковке. Ну, тоже вообще они легкие. Видимо, как тонкая работа, что ли, тонкие грани. 220 рублей, 85 миллиметров. Бычки, пожалуйста. 230 рублей. Символ года. Тут 80 миллиметров. Тоже в ассортименте. Класс. Класс. А цена-то 230 рублей. Какие лапушки внизу. Стекло. Стекло, да. Тоже здесь написано. А производитель тот же самый, значит, там тоже стекло. А вот это что за 70 рублей? Ну, это не стекло. Матовое, как в морозе. В инии 8 сантиметров. Серый цвет. Наборы. По 220 рублей. Хотя, возможно, при просмотре именно новогодних товаров музычки-то и не хватает такой новогодней. Тоже когда мороз как будто устроил свои рисунки, как на окнах бывает иногда. 100 рублей. Шар елочный, 10 сантиметров. Ничего нет. Ничего не шевелится там. Внизу наборы 440, идет 20 штук, красный и белый. И красный серебристый. Внизу красный, чисто 440. Птички. $190 рублей, 5 штук. Смотри, какие прикольные, 5 штук. Символ года. Вообще красиво, да. Тут даже сама упаковка, вон как переливается. Это голограмма. Да, у них смотришь, они сейчас прям звуки брать бог неприятно. Я говорю, что здесь нет таких игрушек, которые прям в клею, все в клее, как бы замацанные, покорябанные. Как-то все аккуратно. А вот они, вы не по наборам, 4 штуки, 190 рублей. Ну как бы. 150, 180. Сто тридцать. 210. Ой, какие 130 звездочки.
130 рублей, 7 штук. Бусы и здесь есть в наборе. 150 рублей плюс бусы. Отдельно набор я не вижу пока бусов. То есть и красность 230. 6 штук с красными бусами. Получается золотые. Сто 90 рублей. Убираем. Наконечники. Кстати, заметьте, наконечники здесь небольшие и не тяжелые. Надо присмотреть, потому что все какие наконечники продают, хотя нет, вот это тяжелые. Елки гнутся вот эти вот. Верхушки у них, как правило, тоненькие у елок. Что искусственные, что настоящие. А все вот эти вот верхушки, они тоже объемные и тяжелые. И сложно очень подобрать. Вот это, мне кажется, самое то. 80 рублей. Надо бы, кстати, присмотреть к нашей елке. Они именно маленькие и легкие. Не сильно высокие. А вот и бусы. Вот и бусы, вот и бусы. 80 рублей, 5 метров. Скидка-то какая? Целых 11%. Ё-моё. Тут не сильно видно, здесь снеговички, елки, снежинки. Не просто. Не просто так. Новогодняя снежинка всего лишь 20 рублей, и тут целых 3 штуки. Они слились воедино, их не видно. Цена более чем доступная. А вот вообще декоративная фигура, можно елку собрать из текстиля. Класс. Вообще туда даже не будут искусственные иголки отпадать. Китай, конечно же, Китай. И такую бы собрали здесь, чтобы посмотреть, как это. Внизу за 690 лет она же и есть. Да нет, другая, тут без пупырышек. Класс, кстати, смотри, как вариант, как вариант, чтобы нашу не ставить, чтобы иголки не прилепилось и место не занимает. Вот это вот получается не объемное, а вот тут вот еще как вариант можно объемную соорудить. Хендмейд можно самим замутить, кто умеет шить. Опять-таки, стартап, берите, мотайте на ус. 120 рублей оконная декорация северной олени, 70 на 34. А вот это уже не смешно, это уже интересно. Смотрите, здесь клейкая часть имеется. Опять-таки, наклеил, потом убрал, ничего мыть не надо. Для тех, кто украшает вот окна. 120 рублей тоже красиво. Чувствую, сюда мы перед Новым годом еще вернемся. Хотя мы другие магазины не смотрели, может там тоже. 10 рублей. Что цены, что ассортимент. Уже Ашан пестрит новогодним. Когда мы были последний раз в Оби, там как раз готовили все к перестановке именно к новогодним елкам и так далее. Так что все впереди. Еще 2 месяца до Нового года. Которые гнутся, да? Да. Сто 170 рублей, 2 метра, красивая очень, она необычная. Вообще вся мишура идет до 100 рублей, нет, вот 170-120, это именно которая большая длина, так? А так, да, слушайте, вообще. Вот там вдалеке, смотрю, елки можно еще посмотреть. А пойдем подойдем елки, кстати, посмотрим, да?
Гирлянд, вот минус, вот в обе интереснее всего, там сразу же представлены, да, развешаны, можно именно понять вообще, что есть что, а здесь только судить по коробке. Но если судить по ценам, 660 рублей, 2,8 метра, 20, вот таких лампочек, гирлянды этим, ледовские. 810, это вот смотрите, красивая какая подвеска тоже. Ну вот спустить бы ее вниз-то посмотреть, да включить. Обычный 320, 100 ламп, белый свет, 10 метров. Все-таки предлагаю по елочкам прогуляться. Ну, тут чуть непонятно. 8,5 метра, 100 ламп, тоже 320. С виду просто огоньки. Сколько тут режимов, это все надо вчитываться. Ой, интересно. Звезды. Мелкое. А, ну это тоже наконечник. Ценится. 119 рублей. 169. А чем отличается 169 и 119? У этого это 14,5. А тут 15. 15, да. Да, о, да. Здесь, видимо, по одной лампочке горит. Там, видимо, по второму здесь там, либо как-то они более равномерно распределены, что ли. Mm-hmm. Иное распределение светового потока. Видимо, что-то такое. Все, пошли в елки. Елка, кстати, 4400, 210 сантиметров. Запоминайте цену. Ну, это не литые иголки, это вот такая текстура, все гнется, но она пушистая. Надо постараться пробраться, чтобы увидеть ее основание, ствол. Высота 210. Ну, которые все снегу, они везде дорогие. 21 тысяча рублей. 3450. Ну смотри, как вот цена-то? 3450, мне кажется, нормально. 180 высота. Они, кстати, на удивление елки, это потом удивление недорогие. Уже не первый раз вижу. Потому что высота пышная. Ну да, не литые иголки. Ну давайте для сравнения вон литые посмотрим. Ну это дешевле, чем прошлое. А, вот литые по метражу, если спуститься, это 21. Вот, 7450 идет с шишками заснеженная. Высота 180. А вот литые иголки 18-480. Ну да, тут сразу понятно. Новгород. Так, Новгородская Россия называется. Класс. 16-650. Самарская Россия тоже это. А Новгородская это Самарская. Еще заснеженный вариант. 6840. Это Вьетнам. Елка из Вьетнама. Ну вот такие же все они осыпаются все равно. 11710, высота 185. Литые иголки абсолют. Ель, лесная красавица, 11500, высота 185. Тут мало того, что шишки, иголки, они еще, как я понимаю, в темноте свет дают, да, вот такое свечение массовое, если вместе смотреть, издалека особенно. Россия, приятно. 5420.